Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net. Unit 3, секция 3, упражнение 67. Walk in pairs. Make up dialogues and act them out. Use words from exercise 63. Работа в парах. Составьте диалоги и обыграйте их. Используйте слова из упражнения 63. Окей. Мы будем использовать следующие слова и выражения. London в Лондоне, the tower в Тауэре, the Kremlin в Кремле, a zoo в зоопарке, an art gallery, картинная галерея, a museum в музее, Red Square на Красной площади. Итак, посмотрите, нам уже даны начало реплик или даже отдельные реплики. Have you ever been to? Ты когда-нибудь был в? И вот здесь, естественно, надо выбрать один из вариантов, который мы только что прочитали, да, в Лондоне, в Тауэре и так далее. Ответ. Of course, I have. Конечно, я был. Либо no, I've never been there. Я никогда там не был. Следующая реплика. It's worth visiting. Либо it's worth seeing. Это стоит посетить. Либо это стоит увидеть. Come on. Let's go to visit. To see и добавляем что. Давай, поехали, посетим, либо увидим, и добавляем, о чем шла речь. Yes, why not? Да, почему бы нет? Либо I'd love to. Я бы очень хотел. Либо sure, конечно. Ну, есть и такой вариант. I'm afraid I can't. Боюсь, я не могу. Составляем диалог. Have you ever been to London? Ты когда-нибудь был в Лондоне? No, I have not been there. Нет, я никогда там не был. It's worth visiting. Come on, let's go to visit London next summer. Это стоит посетить. Давай, поехали в Лондон следующим летом. I'd love to. Я бы очень хотел. Ну, составим еще один диалог. Have you ever been to an art gallery? Ты когда-нибудь была в картинной галерее? Of course I have. Конечно, была. Tomorrow a new exhibition opens in the British Museum. Come on, it's worth seeing. Завтра в Британском музее открывается новая выставка. Давай, это стоит увидеть. Yes, why not? Да, почему бы и нет? Окей, упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группу в социальных сетях.